Теремок ТВ. Деревяшки тук-тук-тук. Деревяшки там-там-там. Деревяшки бум-бум-бум. Деревяшки там-там-там. Деревяшки, кубики, кругляшки. С ароматом стружки, теплые игрушки. Деревяшки тук-тук-тук. Деревяшки бум-бум-бум. Деревяшки тук-тук-тук. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Сегодня деревяшки решили поиграть в школу. Конечно, большой и умный слоненок Ду-Ду будет учителем. Теперь переменка. Можно немножко отдохнуть и подвигаться. Пора на урок. Надо деревяшек сосчитать. Раз, два, три, четыре и, конечно, пять. Мы запомним, не устав, что четыре песика. Повторяем, повторяем. Четыре песика. Не забудьте сосчитать. Не забудем сосчитать. Слон Ду-Ду, конечно. Слон Ду-Ду, конечно. Слон Ду-Ду, конечно, пять. По порядку рассчитайся. Поросенок Хрю — раз. Лошадка и Гу-Гу — два.
Кошечка Мяу – 3. Собачка Гав-Гав – 4. Слоненок Дуду – 5. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. И Гу-Гу! Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-гав! Гав! Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. Ду-ду! И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю! В деревянном месте все играют вместе. С самого раннего утра слоненок Дуду читает книги. Привет, Дуду! Мяу-мяу! К тебе гость! Тебе нужна книга про ягоды. Ты хочешь приготовить новые конфеты? Кажется, у Дуду есть такая. Из нее можно узнать, какие ягоды нужно собрать. Мяу. Спасибо, Дуду. Мяу собрала малину. Именно такую, как была в книге слоненка. Конфеты получились! Дуду, ты подскажешь пчелам, с каких цветов лучше собирать нектар? Дуду нашел книгу про цветы и мед. Кажется, пчелы довольны. С этих цветов они соберут отличный нектар. Хорошую книгу нашел Дуду. Кто там прячется в кустах? Поросенку Хрю очень хочется взлететь, но он не знает на чем. Ну, конечно же, Хрю, у Дуду для тебя есть книжка. Ты сможешь выбрать, на чем отправиться в полет. Сбылась твоя мечта, Хрю! Хрю-хрю! Ты полетел! Вот это да! Слоненок Дуду нашел книгу с замечательной песенкой. Букашек или даже для китов. Сколько на деревьях шишек, из чего мы свитер вяжем, будет чем пирог украшен. У Дуду ответ готов. В книжках ты ответ найдешь, если их читать начнешь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, если их читать начнешь. В книжках ты ответ найдешь, если их читать начнешь. Умпа-умпа-умпа-умпа, если их читать.
читать начнешь. Умба, 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 если их читать начнешь, если их читать начнешь, если их читать начнешь. Магазин. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Доброе утро, Ду-Ду! Ты что-то готовишь для деревяшек? Придумал игру в магазин. Нужно позвать друзей, чтобы играть всем вместе. Как красиво Ду-Ду украсил прилавок. Разноцветные игрушки, шарики и вертушки. Магазинчик мой хорош, лучше не найдешь. Но чтобы играть в магазин, каждый из деревяшек должен привезти что-то особенное. Давайте посмотрим. Что же придумали наши друзья? Иго-го нашла лесные шишки. Очень хорошая идея. Молодец, Мяу! Очень красивые букетики. Понравятся всем друзьям. Гав, я верный друг. Гав, я добрый друг. Гав, поспел мой урожай. Приходи и собирай. Гав! Все, что выросло на грядке, разложу я по порядку. Будет магазин хорош, лучше не найдешь. Молодец, Гав! У тебя прекрасный урожай. А где же наш поросенок? Что-то его не видно. Отлично, Хрю! В такой жаркий день всем захочется водички. Гав-гав! Как славно деревяшки играют в магазин! Смотрите! Добрая корова привезла свежее молоко. Мы сейчас вообразим, что играем в магазин. Шишки, шарики, цветы, много красоты. Здесь у нас совсем не пусто, есть морковка и капуста. И найдется без труда вкусная вода. Привезла корова молока парного. Наш веселый магазин, тележек и корзин. Мы сейчас вообразим, что играем в магазин. Здесь любой товар хорош, лучше не найдешь. Туман.
В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Игу-Гу! Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-гав! Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. Ду-ду! И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю! В деревянном месте все играют вместе. Однажды утром слоненок Ду-Ду поздно проснулся. И вдруг увидел, что все вокруг куда-то исчезло. Кругом только низкие облака. Может быть, Ду-Ду еще не проснулся? Нет, это не сон. Ду-Ду, нужно пойти поискать друзей. Ду-ду рано встал, но куда-то я друзей потерял. Я друзей не найду. Что же делать, Ду-ду? Ух ты! Ду-ду нашел свой телескоп. Может быть, с его помощью он сможет кого-нибудь отыскать. Ой, кажется, к Ду-ду приближается что-то странное. Что же это? Лошадка Игу-Гу потеряла в облаках свои шарики, а теперь и колечки. Нужно пойти их поискать. Кажется, среди облаков мелькнули чьи-то ушки. И... ой, опять пропали. Мяу и Хрю нравится, что мячик стал волшебным. Он то пропадает, то появляется. Но что же случилось? Он потерялся. Кажется, Ду-Ду заметил чей-то хвостик. Кому же он принадлежит? Ловкий, быстрый, громко лаю, гав, гав, гав. Друг в труде и для забав, гав, гав, гав. Лаю вас, я не пугаю, лаю вас, я не пугаю. Просто так пою я, гав. Гав-гав не понимает, куда пропал его огород. Осталась только морковка. Гав нашел капусту. Ой, а где же морковка? Кто катится странный сюда, не видали его никогда. Вот загадка и вот волшебство. Мы почти не боимся его. Кто слоняется в виде колонн, то ли слон, то ли вовсе не слон. Неужели Ду-Ду сегодня так никого и не найдет? А вот и друзья. Все нашлись, хотя никто и не убегал далеко. Просто в деревянное место опустился туман и ненадолго скрыл деревяшек друг от друга. Но теперь его облака растаяли. Туман похож на молоко, и потеряться в нем легко. Еще туман похож слегка на сны и облака. Когда вокруг туманно, все очень-очень странно. Красиво, несказанно, когда вокруг туманно. Парк. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав!
Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Не маленький слоненок. Слоненок Дуду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Однажды в праздничный день слоненок Дуду решил отвезти друзей в парк развлечений. Ура, гуляем вместе мы! Сегодня будет весело! Какой аттракцион сейчас предложит слон? Так много интересного в парке! Что же выберут друзья-деревяшки? Дуду зовет друзей посетить аттракцион смеха. В небо я смотрю, звезды я считаю, напеваю я песню на ходу, и своим друзьям я машу ушами. Слоник Ду-ду-ду. А вот и аттракцион смеха. Что же там внутри? Мяу! Какие забавные зеркала! Ну что, Мяу, нравится тебе такое зеркальце? Забавные зеркала. Кто же это, не пойму? Неужели я? И кривые почему? Отражения. Надо же! В этом зеркале Иго-Го похожа на жирафа. Кто стучит копытами? Ух ты! Это же силомер! Сейчас мы узнаем, кто же из деревяшек самый сильный. Хочешь силу ты узнать, например? Силу может измерять силомер. Хочешь силу ты узнать, например? Силу может измерять, силу может измерять силомер. Молодец, Дуду, ты у нас самый сильный. И ты, Хрю, тоже молодец. Хрю, Хрю. Слоненок Дуду принес всем мороженое. Сегодня очень весело. Ура, гуляем вместе мы. Мороженое, да, хотим его всегда. Сегодня было весело, и погуляли вместе мы. Мы в парк пришли с утра, теперь домой пора. Мы в парк пришли, мы в парк пришли, мы в парк пришли с утра. Теперь домой, теперь домой пора. Посылка. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Иго-Го. Иго-Го. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Не маленький слоненок. Слоненок Дуду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю.
деревянном месте все играют вместе. Доброе утро, Игу-Гу! Доброе утро, Гав! Как спалось? И тебе доброе утро, Мяу! Привет, Хрю! Какая большая коробка! Интересно, что же в ней может быть? Не сдвигается. Наверное, там что-нибудь тяжелое. И нет никакой щелочки, чтобы заглянуть. Сверху на коробке крышка. И не видно, что же там внутри. Что же спрятано внутри? Что же? Попробуй посмотри. Что же спрятано внутри? Что же? Попробуй посмотри. Интересно, что же в этой коробке? А давайте позовем слоненка. Может, он нам поможет? Дуду, посмотри, какую большую коробку нашли друзья-деревяшки. Здесь есть марка. Значит, это не просто коробка, а посылка. А прислали ее из далекой страны Африки друзья-слоненка. Давайте же ее все вместе откроем. Похоже, что здесь есть подарки для каждого. Для кого подарок, попробуй угадай. Для кого подарок, попробуй угадай. Попробуй угадай, скорее вынимай. Что это такое? Очень похоже на семена. Для кого же они? Ну, конечно же, они для собачки Гав. Для кого подарок, попробуй угадай. Для кого подарок, попробуй угадай, скорее вынимай. Какой красивый кактус! Ну, конечно же, он для милой кошечки Мяу. Для кого подарок, попробуй угадай. Какие яркие кегли прислали для лошадки. А это вкусные бананы для поросенка Хрю. Похоже, что в коробке есть что-то еще. Это же книга с картинками разных созвездий. Дуду очень давно хотел такую. Какие замечательные подарки пришли в посылке для друзей. Утенок. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Игу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Дуду. Дуду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю. В деревянном месте все играют вместе.
Однажды деревяшки решили поиграть в мяч. Слоненок Дуду может подбросить мячик очень высоко, выше деревьев. Небо я смотрю, звезды я считаю, напеваю я песню на ходу, и своим друзьям я машу ушами. Слоник Ду-ду-ду. Ой, кажется, на этот раз мяч улетел слишком далеко. Надо его найти. Дуду, ты думаешь, это мячик? Ой, кажется, это не мячик. Поросенок Хрю нашел мячик. А что же такое круглое нашел слоненок Дуду? Что это? Кто это? Где лицо? Вот загадка на лицо. Собачка, кошечка и лошадка тоже раньше не видели ничего подобного. Что это? Кто это? Где лицо? Вот загадка на лицо. И с чего начать? Может постучать? Может постучать? Кто стучит копытами? Похоже, Дуду догадался, что это такое. Все в порядке, вот загадка на лицо. Это называется яйцо. Все правильно. Это яйцо. И внутри него, кажется, кто-то есть. Деревяшки решили позаботиться о яйце и о том, кто внутри него. Ух ты! Из яйца вылупился утенок. Он маленький, но уже самостоятельный. Утя, утя может жить в гнезде, может плавать по воде и по озеру кружить, и по озеру кружить, с деревяшками дружить. Утенку очень понравилось озеро. Здесь можно плавать и прятаться среди камышей. Считалочка. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Дуду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Однажды друзья-деревяшки вышли на прогулку. Кошечка нашла что-то интересное. Это же деревянный конструктор. Маленькая кошечка, мяу-мяу-мяу. Маленькая кошечка, кис-кис-кис.
сверху вниз. А деревяшки очень любят строить. Кошечка мечтает построить из деталей сказочный домик. Гав-гав мечтает о новых грядках. Лошадка мечтает о пирамидке. Хрю, конечно, мечтает о большой луже. В небо я смотрю, звезды я считаю, напеваю я песню на ходу, и своим друзьям я машу ушами. Слоник ду-ду-ду. А вот и слоник. Но слонику не досталось деталей. Ему не из чего строить его башню. Плохо, когда кто-то грустит. Лучше строить вместе что-то одно. Так и деталей хватит, и строить веселей. Веселая считалочка подскажет, что мы строим сначала. Чтобы нам не обижаться, не грустить и не ругаться, посчитаемся, друзья, что мы строим и когда. Все исполнится мечты, все исполнится мечты, все исполнится мечты. Что мы строим, скажешь ты. Башня для Дуду готова. Здорово! Ду-ду. Давайте узнаем, что строим дальше. Чтобы нам не обижаться, не грустить и не ругаться, посчитаемся, друзья, что мы строим и когда. Все исполнится мечты. Что мы строим, скажешь ты. Вместе мы построим Игугу пирамидку. Ух ты! Строим дальше? Все исполнится мечты. Что мы строим, скажешь ты. Хрю-хрю-хрю. Хрю может прыгать в лужу. Все исполнится мечты. Что мы строим, скажешь ты. У Гав-Гав теперь есть красивый сад. Гав-гав. Мяу-мяу. Как весело все делать вместе. Считаемся дальше. Чтобы нам не обижаться, не грустить и не ругаться, посчитаемся, друзья, что мы строим и когда. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Посчитаемся, друзья, чтобы нам не обижаться, посчитаемся, друзья, нам считалочка подскажет, что мы строим и когда. Вот такой красивый замок друзья построили кошечке. Пирамидка. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игугу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-ду. Ду-ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю. В деревянном месте все играют вместе. Доброе утро, Гав-гав. Какой у тебя замечательный огород! Гав-гав! Гав-гав! Что это такое? Давай спросим у друзей. Маленькая кошечка. Доброе утро, Мяу! Какие у тебя красивые цветы!
Мяу, посмотри, собачка нашла колечко у себя в огороде. Ты не знаешь, для чего оно? Что такое, мяу? У тебя тоже есть колечко. Маленькое и желтое. Хрю-хрю-хрю, привет, я свинка. Петь люблю я и играть. Обожаю греть я спинку и по лужам поскакать. Привет, Хрю! Ты, как всегда, ездишь по лужам. Ого, какая большая лужа! Неужели ты сможешь ее переехать? И у поросенка Хрю такое же колечко. Может, нам расскажет лошадка, что с ними делать? Кто стучит копытами? Иго-го! Кто так ловко прыгает? Иго-го! Хвост и гриво на бочок, вправо, влево, скок, поскок. Бежит лошадка, догони ее, дружок. Здравствуй, Гу-Гу! И Гу-Гу, друзья нашли колечки. Ты не знаешь, для чего они? Ой, кто это сюда идет? Это же слоненок Дуду! Слоненок хотел привезти пирамидку для своих друзей, но по дороге потерял все колечки. Давайте поможем слоненку собрать пирамидку. У лошадки есть колечко, это красное колечко, больше всех оно его пирамидке подойдет. У собачки есть колечко и зеленое колечко, чуть поменьше будет, вот, подойдет. В луже Хрю нашел колечко, это синее колечко, и еще поменьше, вот, пирамидке подойдет. И у мяу есть колечко, это желтое колечко, меньше всех оно, и вот, к пирамидке подойдет. За колечком есть колечко, и еще потом колечко, раз, два, три, четыре, пять, интересно собирать. За большим идет поменьше, и еще потом поменьше. Посмотрите-ка наверх, на макушке меньше всех. Вместе весело играли, пирамидку собирали. Раз, два, три, четыре, пять, как же здорово играть. Все колечки мы собрали, пирамидку мы собрали все цвета. Получилась красота, получилась красота. Листочки. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Дуду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Нашла красивый листок? Он такой яркий. Какие у него заостренные краешки. Смотрите, рядом с тропинкой растут клены. Значит, это кленовый листок. Маленький листочек, заостренный край. Желтый или красный, смело выбирай. Кошечка играет.
тоже нашел красивый листок. Он совсем не похож на листочек, который нашла кошечка. У него круглые краешки, и он длинный. Ду-ду. Правильно, Дуду. Здесь растут дубы. А это значит, что собачка нашла дубовый лист. Даже дуб могучий обронил листву. Листик закругленный шелестит во мху. Катится собачка по тропочке лесной. Шелест раздается, слышим, слышим, слышим мы с тобой. Совсем другие листочки. Давай посмотрим. Эти листья маленькие и почти круглые. Совсем не похожи на те, которые мы видели. Правильно. Посмотрите, здесь растет береза. У нее маленькие золотые листочки. Такие же, как нашел слоненок. А это значит, что это березовый лист. Красивые резные краешки у кленового листочка. Листок с закругленными краешками и вытянутой формы – это дубовый лист. Маленький листочек округлой формы – это березовый лист. Шуршат березовые листья, шалала. Шелест, шорох, шум, шалала. Ветер их раздует, шум, шум. Смотрите, какой красивый венок получился из осенних листьев. Какая красивая кошечка! Спасибо, Дуду! Горка. В деревянном месте все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка Игу-Гу. Игу-Гу! Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Гав-Гав! Гав! Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Дуду. Ду-ду! И даже поросенок. Поросенок Хрю. Хрю-хрю! В деревянном месте все играют вместе. Ду-ду-ду, хрю-хрю-хрю. Деревяшки подошли к краю горки. Как же спуститься с такой высоты? Ловки быстрый громко лаю. Гав, гав, гав. Гав-гав. Друг в труде и для забав. Гав, гав, гав. Гав-гав. Лаю вас, я не пугаю. Лаю вас, я не пугаю. Просто так пою я. Гав. Гав. Собачка спустилась. Кто же будет следующим? Лошадка. Кто стучит копытами? Иго-го! Иго-го! Кто так ловко прыгает? Иго-го! Иго-го! Хвост и криво на бочок, вправо-влево скок-поскок. Посмотри, бежит лошадка, догони ее, дружок. Да, это лошадка! Вот и лошадка спустилась с горки. Кто же теперь хочет спуститься? Правильно, кошечка. Маленькая кошечка, мяу-мяу-мяу. Маленькая кошечка, кис-кис-кис. Нежусь я на солнышке, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. И смотрю на всех я, мяу-мяу, смотрю я сверху вниз. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
Кто следующий? Поросенок. Хрю-хрю-хрю, привет, я свинка. Петь люблю я и играть. Обожаю греть я спинку и по лужам поскакать. Ну, конечно, поросенку уже не терпится скатиться с горки. Ну что же, теперь очередь слона. Ноги колонны, хобот труба. Слон огромный, топает сюда. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, я на помощь к вам приду. Ой, слон такой тяжелый, что горка выпрямилась. И теперь съезжать не так смешно. Правильно! Друзья решили сами сделать интересную горку. Все играют вместе. Здесь живет лошадка. Лошадка и Гу-Гу. Рядом с ней собачка. Собачка Гав-Гав. Тут живет кошечка. Кошечка Мяу. Немаленький слоненок. Слоненок Ду-Ду. И даже поросенок. Поросенок Хрю. В деревянном месте все играют вместе. Сегодня у слоненка Ду-Ду день рождения. Наш немаленький слоненок стал чуть-чуть побольше, а точнее, чуть-чуть постарше. Отпраздновать свой день рождения на лесной полянке? Какая замечательная идея! День рождения у Ду-Ду. Всех сегодня в гости жду. На полянке у ручья ожидаю вас, друзья. Ну вот, все готово к празднику. А где же гости? Что-то их не видно. День рождения у Ду-Ду. Только гости не идут. Может, где-то у ручья заблудились все друзья. Сюрприз! Сюрприз! Оказывается, друзья уже пришли на день рождения и хотели обрадовать Ду-Ду все вместе.
Дуду, друзья приготовили тебе подарок. Давай посмотрим, что там внутри. В самом деле, Дуду, это похоже на телескоп. Но, может, друзья подарили тебе что-то другое? Посмотри получше. Ух ты! Какие красивые разноцветные звездочки! Верно, Дуду! Это калейдоскоп! Какой замечательный подарок сделали тебе друзья! В гости все друзья пришли, и подарок принесли. В нем любой узор и цвет, и его чудесней нет. Если все друзья со мной, сделать мир цветным вокруг может только лучший друг. Может только лучший друг. Может только лучший друг. Деревяшки прощаются с вами. До свидания, друзья. Целый день играли и слегка устали. Тук-тук-тук, чок-чок-чок, деревяшки на бочок.